Ну что, ребят, привет. Выбрался я сегодня на озеро. Сегодня поговорим об обзоре рынка на эту неделю. Что можно сказать? Рынок остался так же. Цены остались те же самые. GTX 1060 по-прежнему можно найти на Амазоне за 250 баксов без проблем. Что касается 570 RX, за 290 баксов они уже есть. Может, иногда выходят подешевле. 580 в районе 340 баксов, ну и дешевле тоже есть. Ну а что касается других карт, цена почти не изменилась, осталась прежней. Что я могу вам посоветовать, ребят? То, что пока что, да, вот покупать новые карты, да, можно, но по вот таким нормальным ценам, не по дорогим, там, не по 400, не 500 долларов за, например, 570 и 580, потому что некоторые люди до сих пор их продают по этим ценам, хотя это не должно быть так. Что касается комплектующих, да, они остались прежними, тот же процессор, например, интеловский, Celeron G3930, цена осталась та же. Motherboard можно брать Asus Strix B250H или BioStar BTC250. Что касается рама, 4 гигабайта самого дешевого. Ну что, переместился я в другую локацию, чуть лесок. Ну и что касается блоков питания, то можно брать те же 750-ые две штуки, да, там на одну ферму, или Corsair, или EVGA, или Thermal Take, ну, много чего. Но старайтесь брать брендовые, потому что не брендовые, они все-таки не очень-то хорошие. Ну и другие комплектующие, типа там кулера для процессора, или используете или боксовый, или один из самых дешевых, просто они там вообще не нужны. Что касается термопаст, можете использовать Arctic Cool MX4, они очень хорошие термопасты и замечательные. Что еще можно сказать? То, что старайтесь пока что покупать БУ карты, потому что они сейчас дешевые и можно их брать. Да, некоторые говорят, что типа БУ карты я не беру туда-сюда, но смотри, если ты хочешь хорошенько сэкономить и хорошенько потом выиграть в последующем, да, то можно взять БУ карту и на этой БУ карте хорошенько нормально заработать, да. Она тебе может прослужить столько же, сколько и новая, без проблем. Смотря как с ней, например, обращались люди. Входить в майнинг или не входить, что касается этого, да, то что я могу вам сказать? То, что можно, конечно, входить в майнинг, но не по заоблачным ценам. Старайтесь входить в него по нормальной цене и не по дорогой. А если, например, вы не можете найти по нормальной цене, например, там видеокарты, то я могу вам посоветовать просто прикупить криптовалюты, да, на этот раз пока что. И ждать, пока будут там, например, по нормальной цене карты. А эта крипта может и вырасти, и вы можете на этом тоже заработать. Так что так, с вами был Леван Беручашвили, как всегда. Если понравилось вам это видео с моей новой локацией, да, ставим лайки. Подписываемся на канал и, конечно, все вопросы в комментарии. До скорых встреч, друзья. Пока.